Так, палку. Бери. Обход. Ко мне. Давай, давай, ко забираем, мне. Забираем сначала. Давайте. Так, даже давайте сейчас все-таки он уходит от миски. Но потом, когда он уходит, убирайте миску за спину. Забираете палку, и потом появляется миска. Все-таки он может бросить, глядя на миску. За спину. Ага, забираем. Да. Отлично, делаем еще раз. Так. Так, вот еда. Ну, достаточно. Стоп, стоп, палку бери. Обход. Пошел. Раз, забираем. Хорошо. Так, ну и теперь еще раз миска будет у него на виду, когда он бежит к вам. То есть вот эти все моменты вы должны четко разделять. Есть упражнение, когда он видит миску, когда идет из оконца. И есть ситуация, когда не видит. Когда не видит, это попроще, чтобы он не начал преждевременно сбрасывать. Так, еще раз сделайте. То есть важно все дробить вот на мелкие элементы. Пошел, обход. Давай, давай, обход. Давай, давай. Ко мне. Эй, ко мне. Забираем. А теперь делайте так. Стоит миска, значит, с кормом. Он держит палку и смотрит в эту миску. Сыпем корм. Вы можете сейчас вдвоем. Один человек держит миску, давай, другой заставляет его держать палку. Держать. Нет, нет, нет. Стоит, в смысле, вы держите рукой. Давай. Неправильно сказал. Давай. Как бы перед ним она находится. Держи. Бери. Бери. Смотрим миску. Смотрим. Забираем. Да. Подносим миску. Сейчас смотрите, когда забираем у него палку, не он идет в миску, а миска к нему приходит. Ага. Чтобы у него даже в мыслях не было вот этого ожидания, когда ему разрешат прыгнуть вперед. Ага. То есть палка вынимается у него изо рта, как затычка. И приходит... Нет, стоять. Вот она миска. Поближе подойдите, потому что вы не сможете. Ага, забираем. Да. Да. Вот делаем так несколько раз. Палку. Вот еда там. Держи. Держать. Держать. Миска внизу. Вот он смотрит, смотрит. Да. Ну, это немножко рановато. Рановато. Пусть он постоит. Нет. И сейчас, когда он будет стоять, нет, его еще гладим по спине. Палку. Держать. 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 Убираем руку от него и гладим. Гладим, 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 гладим. Убираем руку, в смысле, от палки. Забираем. Да. Миска к нему. Вот, делаем еще раз так. Сейчас его поинтенсивнее гладьте, то есть побыстрее, почаще. Бери. Бери. Вот, вот, вот. Стоп, стоп, стоять. Забираем. Да. Да. Когда он начал отступать назад, не надо к нему миску пододвигать. Он уже как бы нервничает, отходит назад, вы к нему миску ближе пододвиньте, он возьмет, плюнет. То есть у вас миска в одной точке. А теперь нужно, чтобы вы шли назад, и он с палкой за вами шел за миской. Но миску надо будет повыше поднять, потому что он может возбудиться и плюнуть палку. Значит, в любом случае, если он сбросит палку, он не должен ничего съесть из миски. То есть или миску поднимете, или рукой закроете. Все, палку взял, отходим назад. Зовите его. Забираем, забираем. Да. Да. Вот, и делаем еще раз так. Бери. Идем. Сюда, 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 сюда. Забираем. Да. Хорошо. А теперь делаем так. У вас вся та же самая конструкция, только вы ему кинете вот сюда. Он принес, пришел и пошел за миской. Мимо меня туда. Да, 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 да. Вот стоим. Рей. Кидаем ему сейчас. Рей, Рей, где у тебя палочка? Бери. Бери. Оп. И за миской, да, пошел. Эй, не так. А. С миской. Ага. Ну вот только то, что он только что делал. С палкой идти за миской. А, понятно. Все построено на том, что мы меняем чуть-чуть один элемент. Или что-то прибавляем спереди, или что-то сзади. То есть, когда он принесет сюда... Он посмотрел на миску, понял, что там есть корм. Да. Полетела палка, он принес палку, пришел к миске. И дальше, не сплевывая палки, идет дальше за миской, ага, держа палку в зубах. Поехали. Оп, бери, бери быстро. Бери, бери, бери. 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 Так. Еще раз давайте. Видите, коврик его отвлек уже. Бери. Пойдем, чуть-чуть пойдем, позовите давай, его. Давай, давай, Наталья, давай, позовите. Бери. Идем. Все, 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 забираем. Смотрите, вы должны чувствовать, как его позвать. Вот если он там спит, вы можете его позвать активно. А если он уже прям на вас попер, то уже, не уже или не надо, или спокойно. Потому что вы чуть интонации дали больше возбуждения, он сплюнет просто. Сделаем это еще раз. Вот еда.
Бери, 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 работать. Бери, бери. Давай, спокойно, давай, займ. Давай. Рей. Рей. Идем, миску выше. Миску, давай. Эй. Еще раз, палку в зубы. Палку в зубы. Вы что там, Наталья, ковыряетесь? Вы ему корм, что ли, дали? Нет. А зачем вы руку из кармана вынули и сунули в морду собаки? Идем за миской, идем за миской. Дорабатываем концовку. Миску выше, выше. Идем, 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 идем. Держать. Забираем. Да. Давайте сейчас без кидания. Еще раз вот длинно. Не, не, в обратную сторону просто. В обратную сторону идем с палкой за миской. Так, идем. Выше, выше, выше. Держи, держи. Держать. Забираем. Да. Хорошо. А теперь еще раз сделаем кидание туда. Ага. Будем идти вот в ту сторону. Ты пойдешь в ту сторону. Я пойду в ту сторону. Ну да, да, да. У нас же есть здесь пространство. Да, да. Кидаем. Оп. Взял. Давай, так. Давай, давай, давай. И пошел за мисочкой. Пошел, пошел. Держать. Не держать. Аккуратно. Идем, идем. Держать. Ну вы работайте. Держи, держи, держи. Это же не я должен быть зверем, который говорит держать. Забираем. Здесь контроль нужен. Контроль. Вы включаетесь. Вы не просто зритель какой-то, а вы соучастник процесса. Стоп. Делаем в ту сторону еще раз. Встаем правильно. Вот. Все, 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 все. Он уже смотрит. Работает. Пошел. Ко мне. Сюда иди. Держать. Держать. Остановитесь, пусть стоит, держит. Держать. Руки, руки, руки. Ну работаем. Вы же должны участвовать. О чем я вам говорю? Не давай, держать. Не жевать. Ну а как не давать? Ну вот как не давать? Контролировать челюсти. Держать. Держать. Под челюсть шлепнуть. Отпускаем руки. Держать. Вы палку что ли там держите? Убираем руку. Держать. Держ. Держать. Идем назад. Сюда. Забираем. Да. Палку держать не надо руками. Вы ему просто облегчаете жов вот этот. Он должен сам держать ее. А чтобы он ее держал, вы можете контролировать верхнюю челюсть, нижнюю, поворот головы. Чуть-чуть зафиксировали, руки убираем. То есть объясняйте ему, что жевать не надо, жевать не надо. Делаем еще раз, последний раз. Рей, работать. Давай, 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 бери. Палочку бери. Бери. Оп, сюда. Идем, идем, идем. 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 Держать. Держать. Забираем. Да. Да. Вот когда будете с ним так делать, обязательно следите, чтобы он не жевал. И вы должны участвовать в этом. Это ваша задача, поработать на эту тему. Может быть, жесткую какую-то? Да нет, он будет и так жевать. Хоть жесткая, хоть какая. Он, может, жесткую будет еще сильнее жевать. Держи. Пошли сразу, быстро, пойдем, пошли, пойдем, пошли, пойдем, пошли. Пойдем. Забираем. Да. Даем. Так, каждый предмет, подождите, давайте каждый предмет по два раза, чтобы почетче это было. И пошли вперед, активно, пошли, пошли, пошли. Забираем. Лучше, если получится, уходите спиной назад, чтобы он как бы видел картинку, что он идет на вас. Давай, бери. Бери, бери, бери. Вы спешите, не отходите. Вот, теперь отходим. Забираем. Вы сначала на месте стоите, даете ему взять, а потом уже отходите назад. Поворачивайте в другую сторону спиной. Бери. Отбегаем. Ко мне. Сюда, 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 сюда. Забираем. Отлично. Хорошо, меняем предмет. Бери, 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 бери. Держать. Отбегаем. Отбегаем, отбегаем, отбегаем. Забираем. Да. В другую сторону. Бери. Отбегаем. Скорей. Давай, 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 давай. Забираем. Нет. Давайте еще раз. Держать. Пойдем, держать. Забираем. Да. Так, и еще по второму кругу. Сюда сместитесь. Не выходите туда, где машина. Следующий, следующий предмет. Сейчас, 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 сейчас. Бери. Отбегаем. Пойдем. Ко мне. Ко мне. Пойдем, пойдем, пойдем. Забираем. Да. Хорошо. Еще второй раз. В обратную сторону. В обратную сторону. Бери. Бери. Отбегаем. Пойдем, давай, пойдем. Давай, 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 давай. Забираем. Да. Хорошо. Отлично. В обратную сторону. Пойдем. Не выходите на дорогу. Туда, ближе к лесу, ближе пойдем, к лесу. Пойдем. Не влезайте пойдем, в камеру. Пойдем, отбегаем. Пойдем. Ко мне. Давай, давай, давай. Забираем. Пойдем. Хорошо. Так, и в обратную сторону. Ну-ка, давай, бери быстро. Бери. Бери. Эй, бери. Давай, давай, давай. Отбегаем, 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 отбегаем. Хорошо. Забираем.
Так, третий предмет. Все. Есть у тебя? Нет? Нету. Ну там. Еще работаем. Бери быстро. Отбегаем. Давай. Забираем. Старайтесь ему середину давать. Так, вы его зовете, кричите ему: Рэй, Рэй, Рэй! Одной рукой больше размах. Рэй. Вот. Посылай ему. Рэй, бери. Бери. Держим. Бери. Ко мне. Отдаем сразу. Да. Молодец. Забирайте второй раз. Будем каждый предмет по два раза делать. Так, начинаем его дразнить. Зовите его. Рэй, скорее, где игрушка? Рэй. Игрушка где? Пускай ему. Все, держим. Да, ко мне. Значит, вот сейчас было более правильно, то есть до самого конца не дразните. Ага, я поняла. Давайте. Все, следующий предмет. Следующий предмет берите. А то сколько он может так работать. Вот, хорошо, дразним его. Рэй, скорее, где игрушка? Рэй. Ну-ка, бери. Рэй. Бери, нет. Работать. Рэй. Работать, пойдем. Рэй. Пойдем работать. Бери. Позовите его. Рэй. Наталья, Рэй. Позовите. Рэй. Ко мне. Команда есть, ко мне. Давай. Ко мне, бери. Бери. Давай, ко мне. Нет, еще раз. Подзываем. Рэй, ко мне. Рэй. Командуем. Рэй, пошел. Бери. Бери. Рэй. Не уводите его. Здесь, Наталья, вы можете перехватить поводок и встать в роль дрессировщика, а не просто дразнила. Рэй. Посылаем. Рэй. Пошел вперед. Рэй. Берите его за поводок. Рэй. Наталья, за поводок его возьмите. Бери. Просто удерживайте его. Ну, около ошейник. Ну, что вы творите? Наталья пусть возьмет его за поводок около ошейника. Ну просто зафиксировать собаку. Когда отпустите его. Наталья, работайте, чтобы он взял предмет. Рэй. Просто. Рэй. Вы же 100 раз это делали. Рэй. Бери. 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 Подзыв. Давай, ко мне. Молодец. Еще раз игрушку. Ты слишком интенсивно ей размахиваешь. Давайте, поехали. Понятно? Отпусти. Подождите, стоп, Наталья. Берите, я уже забыл, как вас зовут. Юрий держит за ошейник. Наталья дразнит собаку. Рэй. Так, теперь Наталья зовет собаку. Рэй. Посылаем его. Пошел. Наталья, хватайте за поводок. Заставляем взять. Бери предмет. Отпускаем подзыв. Все, вот она схема. Меняем предмет. Меняем. Не маши сильно. Так. Рэй. Поехали. Бери. Вот. Бери. Подзыв. Ко мне. Вот. Ко мне. Все. Так, сместитесь туда, к лесу. Как-то вся эта конструкция ушла. Вы за линию конусов не переходите. Понятно. Все. Так, дразним. Зовем его. Рэй. Зовем. Рэй, 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 Рэй. Одной рукой лучше. Бери. Подзыв. Давай, ко мне. Давай, ко мне. В карман не лезьте раньше времени. Это тоже отвлекает. Наталья, подразните его поинтенсивнее. Одной рукой. Шире размах. Бери. О, где игрушка? Рэй. Где игрушка? Рэй. Ну-ка, давай, чуть Рэй. Позаду. Да. Рэй. Давайте. Рэй, нет. Теперь успокоили. Взяли игрушку. Нет. Игрушку подносим ему. Держать. Пробежаться с ним. Давай, Юрий, давай, бегом. Все, забираем. Да. То есть идет возбуждение, он начинает фигней страдать. Значит, нужно его опять вогнать в работу. Вот. Давай. Так, забираем. Да. Так, Юрий, давайте-ка вы сами один, значит, пробуете его дразнить, а потом просто дать ему взять. Либо он сам на возбуждении берет игрушку, либо вы прекращаетесь и пытаться его разработать игрой и просто четко даете ему, как вот на принуждение. Рэй. На дисциплине, давай, скажем так. Бери. Где игрушка? Ну-ка, бери. Оп, бежим. Давай. Забираем. Пошли. Забираем. Только лучше бежать в ту сторону, куда собака смотрит. Потому что на развороте повышается вероятность, что он сплюнет. Дразним его. Ну-ка, где игрушка? Оп, побежали. Пошел. Все, забираем. Даем корм. Отлично. Нет, не отлично. Ну, дайте корм ему. Дайте. Потому что, видите, он начинает поводок что-то перехватывать, какие-то позывы за ноги схватить. Дразним его. Ориентируем его в игрушку. Забираем. Нет, сейчас вы начали уже бежать и на ходу вставлять ему игрушку. Вы изобразите игру перед ним, вот фронтально. Вот игра. Где игрушка? Вот где игрушка. О, ты молодец какой. Так, ну в принципе, значит, поводком тогда немножко поднимайте ему голову. Бежим. Забираем, даем.
Значит, сейчас он, когда возьмет игрушку, попробуйте чуть-чуть тянуть. То есть удлиняем игру. Не то, что он возбудился, схватил, побежал, а схватил и борьба. Борьба, да не бегите вы, не бегите, сделайте борьбу. Борьбу делаем, хваточка влево, вправо. А теперь побежали, отдайте, бегом. Все. То есть по чуть-чуть добавляете интенсивность игры. Все, поехали, работаем, Таскаем влево, вправо, шире, и спокойней. Забираем, даем корм. Можете уже меньше бегать, ну, в два раза меньше бегать. И когда вы играете с ним, чуть шире амплитуду, вот влево-вправо. Давай, бери. О, ты хорошо. Отдаем, отбегаем, ко мне. Скорее, забираем, не суйте руку в карман. Сначала забрать, потом доставать корм. Вот это преждевременное доставание корма может приводить к тому, что он будет плевать. Таскаем влево-вправо. Стоп, поводок, отдайте ему. Вот, таскаем влево-вправо, шире. Шире, одной рукой будет лучше. Хорошо держать. Отдаем, бегом, пошли. Забираем. Ну, чуть повеселее, пошустрее, где-то вовремя схватить. Таскаем, играем. Отдаем, бежим. Хватаем, быстро хватаем. Да, отлично. Еще продолжаем. Давай, работай. Ниже руку. Играем, таскаем. Попробуйте не отбегать. Вот на игре вы очень переводите сразу в отбегание назад. Постарайтесь на одном месте потаскать влево-вправо. Заберите середину, дайте. Играем, хоп, влево-вправо, да не убегайте. Вот на этом месте играем. Давай. Хорошо, отдаем, отбегаем, ко мне. Хватаем. Забираем, даем корм. Еще раз так же. То есть вы можете назад во время игры, во время борьбы отходить. Но если он тянет назад, то вы не стаскиваете его. Пусть лучше он начнет тянуть назад. Давайте, там собака идет. Не знаю, будет он сейчас играть. Ну давай. Эй! Давай, просыпайся. Или человек просто отвлекся. Давай. Опа. Пониже рукой, пониже. Вот. Вот так держать, ко мне. Давай. Да, молодец. Может, мне кажется, он еще дольше может играть. Может. Ну так давайте запустим его в игру-то. Давай. Хоп. Давай. Влево, вправо, хорошо. Пониже. Теперь повыше. То есть меняйте что-то. Отлично. Отдаем. Оп. Тут же ко мне. Забираем сразу. Да. И даем корм. Когда вы схватили, вы не выдергиваете у него. Понял. То есть просто взяли, дай, и дальше достаем корм. Давайте последний раз. Попробуйте сейчас, подождите, перед тем, как он возьмет, отдайте ему. Берем, даем корм. Перед тем, как он возьмет, подразните его больше. Пусть будет больше суеты, больше возбуждений, больше промахов. Рэй, давай. Ну-ка, где игрушка? Оп, отдергиваем. Еще выше поднимите, выше. Отдайте ему, забирайте, даете корм. Это рано. Отдергивайте выше, пробегите. Пусть он гоняется за игрушкой. Пусть будет больше суеты, больше возбуждения. И он в этом возбуждении, чтобы схватил не игрушку, вернее игрушку, а не вас за ногу, не вас за руку и не вас за поводок. Давай. Позаду его игрушкой чуть шлепнули, схватили, таскаем. Влево, вправо. Хорошо. Отдаем. Да, ко мне. Ну, значит, тогда вам не надо отходить. А как только вы отдали, забирайте игрушку. Понял. Либо сильнее его подерните, скажите ко мне. Делаем последний раз. Таскаем. Хорошо. Серединочку. Влево, вправо. Отлично. Отдаем. Все, забираем. Да. Все. Так, а теперь, чтобы у нас не пропало спокойный перенос игрушки, мы прекращаем с ним играть. Игрушку взял. Пошел, забрали, дали корм. Последнее, что мы делаем, это успокаиваем. Отбегаем. Пошел. Забираем. Вот, то есть делаем такую успокаивающую концовку, чтобы он спокойно, стабильно носил игрушку. Поехали. Бери. Отходим. Ко мне. Зовем. Ко мне. Забираем. Да. Хорошо. Так, и давайте еще поменяем предметы. То есть, чтобы вот все то же самое, спокойный перенос, он сделал с разными предметами. Так, бери, отбегаем. Ко мне. То есть обязательно команда, забирайте, чтобы он сразу как бы так встал на рабочие рельсы. Бери. Ко мне. Скорее. Забираем. Да. Отлично, все, можем другой предмет менять.
Так, эй, бери, держать. Отбегаем. Скорее. Хорошо. Да. Так, ну еще разок. И потом сделаем как раз вот апортировку деревяшки. Ко мне. Так, все, отлично. И пару раз кидаем апортировочный предмет, он приносит, и на этом завершим. Так, показали, кинули ему. Эй, Рэй, ну что такое, бери. Взял, ко мне. Скорее, забираем корм. Отлично, ногу из поводка, ногу выньте. Нет. Угу. Кидаем. Оп. Бери быстро. Бери. Отбегаем. Забираем. Все, отлично. А если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал бесплатно. И ставьте плюсы.